главное, ну, если вот приедет, вот это разгребаете же, правильно, Мария? Конечно. Вот это разгребаете люльку и потом еще раз загружаете. Да, совершенно верно. Эти навалы мусора за несколько дней появились возле бункера для крупногабаритных отходов на контейнерной площадке у дома номер 3 на фасадной улице в лесном городке. Здесь и мешки с прошлогодней листвой, и старые доски. В территориальном управлении сообщили, что это не единственный проблемный адрес. Такая же ситуация наблюдается и у дома 12 по фасадной улице. А ведь такой мусор специализированная организация «Русский региональный оператор» обязана вывозить через день. На данный момент ситуация такая сложилась, видимо, из-за какого-то сбоя регионального оператора, так как емкости 1.1 вывозятся регулярно. Сегодня они были тоже вывезены, соответственно, был небольшой навал, все собрали. И, ну, как видите, они сейчас уже полные. А вот с 8-кубовыми бункерами, к сожалению, вот с воскресенья он не вывозился. Ситуацию в территориальном управлении мониторят ежедневно. Кроме того, в этот раз в рамках партийного проекта «Чистая страна» в контрольном мероприятии приняли участие одинцовские единороссы. Они отметили, что в целом проблемы с вывозом мусора в округе сейчас стали довольно редки. Территориальное управление этот вопрос держит на контроле, управляющая компания на контроле. Жалоб от жителей стало поступать меньше. Ну вот мы надеемся, что рекоператор завтра вывезет прямо в ближайшее время. И тем более сейчас наступает весенний вот такой период. Это наши субботники в субботы. Это уборка территории. И мы надеемся, что наш город, наш округ будет чистым. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, Дмитрий Гаврилин, телекомпания «Одинцова».